Умные, талантливые, позитивные школьники вступили в борьбу за звание «Ученик года 2014». Участие добровольное. Учителя каждого образовательного учреждения могли отправить на состязание любого школьника. Не постеснялись и не побоялись конкуренции 10 школ города. Участникам предстоит продемонстрировать свои ораторские способности, знания по истории края и рассказать о своих увлечениях. Конкурс продлится в течение 3 дней. Победитель выйдет на региональный этап. В случае победы там – на всероссийский этап конкурса, который состоится в Ульяновске. Первое испытание – это 5 век истории культуры моего региона. Ребята расскажут о значимых событиях, каких-то преобразованиях, которые они считают, имели ведущее значение в истории нашего региона. Потом будет краеведческий конкурс, то есть он интеллектуальный. Ребята будут отвечать на вопросы и показывать знания краеведения. И последний конкурс – это публичное выступление «Роль труда в вашей жизни».